тренировка 133-й пожарной части, значит, в рамках прибытия подразделений к месту условного пожара в Анкудиновский парк. По факту мы наблюдаем с вами картину о том, что основное подразделение, то есть основная пожарная автомобиль, это на базе АЦ-6/40, на базе КАМАЗ и автолестница, подъехать к данному дому не смогли. Данный факт, он может повлиять на ход тушения пожара и спасение людей при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. Проблема не только этого микрорайона. Данная работа проводилась и будет проводиться в других районах города Нижнего Новгорода.